Вот, ну, сказать, как зовут этого товарища, не могу, но у него акцент сильный, но разберемся. Скажите, пожалуйста, есть ли на манчжурский абрикос или культурный абрикос привит черный абрикос? Он будет темного цвета или нет? Но если отвечать, это первая половина вопроса. Если отвечать стандартно, да, раз черный привили, он будет черный. Но вот этот черный цвет, он настолько неустойчивый, ребята. Вот, я полностью испортил черный принц, так, полностью. Он стал рыжий. И, кстати, я недавно нашел эту фотографию свою. Уже вообще пользуется ей. Под тем же названием «Черный принц». Фотография моя, на фотографии он рыжий. А вот это вот, черный бархат, бывший. Бывший, подчеркиваю. Почему я говорю бывший? Потому что сказать, да, черный бархат, меня обвинят в обмане. Вот. Это получилось второе или третье поколение, и оно уже черноту потеряло. Точка. Прививка на манчжурский абрикос. Вот это. Ну, что я скажу, гражданин судья? Помните такое это? Анекдот. Что я скажу, гражданин судья? Вот. Досказать анекдот? Дайте мне справку, что я странный, а то меня все бляди обзывают. Но это я, кстати, по Чехлову пришлось. Вот. Так вот, что я скажу, гражданин судья, когда у меня вот такие вещи происходят. Итак, по разумению железа, привая на желтый, оранжевый, красный абрикос, черный абрикос, он сохранить окраску может только в одном поколении, а потом начинает расплываться. Раз. Второй вопрос. Если на сеянец черного абрикоса привить черенок черного абрикоса, что будет, а темный цвет останется? Ну, что я скажу? Значит, в принципе, останется. Но не обязательно, потому что есть такой нюанс, о котором не каждый вам это и ответит. И я толком ответить не могу. Есть нюанс. Сеяние черного абрикоса. Вы посадили черный абрикос, а это гибрид. Черные лучи и, скажем, оранжевые абрикосы. Так? А сеянец пошел отклонение в сторону алычи. Здорово. И он черный, ой, чудеса. Но косточку-то вы взяли и посадили. Там опять расщепление пошло. Допустим, 10 посадили. Но если бы в чистом виде существовала та самая теория Менделя, и там было бы 3 к 1, то получили бы, вот черт знает, 3 черных, 1 рыжий. В будущем дерево с черными, три с черными абрикосами, один с рыжими. А в другом случае три рыжие, один черный. Но это теория Менделя, которая в садоводстве не работает. Это не только Мичурин говорю, это я точно так же говорю. Я знаю мнение Мичурина, но у нее свое есть. И что получается? Мы не знаем, в сеянец пошел кого, папа или мама. Ведь что такое сеянец черного абрикоса? Когда-то создан был гибрид. Настоящий гибрид. Вот видите, вот это вот. Я все время, когда беру в руки вот этот плод и гадаю, вкус ни на что не похож. Значит, пользу говорит, что это правда гибрид. На сливу не похоже, на абрикос не похоже. Плоды пусть не черные, но темно-красные. Так, листья не похожи, все не похоже. Значит, все-таки гибрид. А теперь, раз я не знаю, сеянец. Вот и если сеять, мы посадили ему метр, да, мы привили на него черенок черного абрикоса. Но вероятно, что будет черный велика, но не стопроцентная. Вот так я смог ответить. Только в этом случае будет пошире разброс. А здесь все-таки в пользу черного будет в основном, но не все. Вот такой ответ, уж как, извините, как мог.